Итак, ребят, всем привет. Сегодня решил записать такой ролик, собственно, как открыть изменение персонажа и играть другим персонажем в режиме кампании. Я не нашел ее ни на YouTube, ничего, будет такая банальная штука, да, ничего не. В общем, нужно первое, что сделать, это пройти игру, то есть кампанию на легком уровне. Без разницы. И, собственно, там увидим окно, которое покажет нам, что мы теперь меняем. И, собственно, да, меняем персонажа, выбор персонажа. Вот. И тут находим новую кнопку. Персонаж компании. Включить или выключить. Видите, он меняется, после нашей компании включается, включается. И, собственно, открывать, как еще так же, как открывать костюмы там и всякое прочее. Ну что, сложно, нет. Можно копить ящики и нажимать в редакцию. Собственно, да, вот после открывания вот этого редактора будет еще доступен персонаж и резко RFS. Собственно, смотрите. Компания. Допустим. Ну вот, собственно, наш персонаж. В основной компании смены. Ну, до момента, как нельзя поменять. Нельзя поменять.